Как ухаживать за кожей тела, чтобы она была красивой и гладкой? Лето – это время открытой одежды, солнечных ванн и купаний в море или бассейне. Давайте разберем этапы ухода за кожей, которые помогут ей всегда оставаться здоровой и сияющей. И первый этап – это очищение. Можно использовать наши масла для душа с летними свежими ароматами листьев черной смородины, томата и базилика. Они эффективно смывают с кожи загрязнения, пот, остатки SPF и морскую соль, не пересушивая кожу. Второй этап – увлажнение. Используйте крем для тела, чтобы поддержать гидролипидный баланс кожи. Отлично подойдет наш крем «Микробиом Кэ», который уберет чувство стянутости и сухости и глубоко увлажнит кожу. Третий этап – уход с активными компонентами, например, кислотный гель для душа или флюид из серии Acid Therapy, также флюид для тела с ретинолом «Ретинол Кэ». Эти средства улучшают кожу, стимулируют ее обновление и борются с воспалениями и постакне. Использовать их можно по необходимости. И да, не забывайте о том, что открытые участки кожи тела нуждаются в защите от солнца. Поэтому обязательно пользуйтесь средствами с SPF, особенно если в вашем уходе есть кислоты или ретинол. Ну и приходите к нам на бесплатную консультацию в Центр диагностики кожи Гильтек, и мы поможем подобрать вам подходящие средства для лица и тела. Свайп влево, чтобы записаться по ссылке в шапке профиля.